чуть-чуть прочистить надо. Вот, придется ложкой в воду залезть. Всех приветствую, друзья, на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, сегодня мы будем рыбачить на ложку, алюминиевую ложку. Во! Дедовская снасть в свое время работала на 100%. Любая рыба попадалась на ней. Ну, интересно проверить, как же в наше время она будет работать. Так что сегодня мы с вами это, друзья, проверим. Значит, алюминиевая ложка, просверлені отверстия, 4 крючка. Крючки у меня тут, проглотушечки, можно двойки, троечки использовать. Леска у меня 0,44, 20 метров. О, и флюорокарбоновый поводок с карабинчиками и свертлюжком. Значит, ложечку мы будем завивать сюда кашу. Каша, друзья, ничего тут особого немає. Вы знаете, на своем канале я всегда все просто и понятно. Макуха и черный хлеб. Всегда использую черный хлеб, потому что он более такой вязкий, долго держит. О, в общем, не раскисает в воде, как белый хлеб. Так, ну что, давайте в ложку забьем кашу. Сделаем сосочки и забрасываем. Так, берем нашу кашу и забиваем ложку. Да, кстати, раньше еще сюда заливали свинец внутрь и пружинку ставили, ну, чтобы каша лучше держалась. Ну, друзья, я так скажу, насколько я помню, чем ей батько был, как живый. Мы ловили на такую ложку и без пружины. И если каша сделана все правильно, хлеба больше черного и макухи там процентов 30, то оно долго держится в ложке, долго, и не выпадает. И за счет этих отверстий, о, что мы вдавливаем в них, тоже упор есть,
И за счет этих поводков тоже оно будет держаться. Вот. Крючки вставляем вот так. О, думаю, вам видно. И сверху на цей крючок делаем соску. Берем вот такой кусочек нашей каши и сверху аккуратненько его. Вот так. Налепляем. Во. Для чего это делается? Та для того, что когда рыбка подойдет, ей же будет тяжело тут довбать, то ей будет проще вот тут его смоктать. Вот уже такое место для нее удобное. И как раз заглатывает наш крючочек. Ну и так с остальными тремя крючками. Ну, сюда можно и 5 крючков подсыпать. У меня тут 4. Вот что у нас получается. 4 такие сосочки. О, каша хорошо сидит в ложке. Не выпадает. Даже как будет в воде, все будет там хорошо. Ну что, забрасываем. Я уже отмотал леску до 20 метров. Да, конечно, тут трава, камыш трохи, может десь зачепиться. Ну, я так аккуратненько сложив его, то буде, думаю, нормально. Так, ну що, забрасуємо. Ну що, хлопці, не хвоста, не чешуї. Раз, два. Отлично. Отлично, метров 15 полетіло. Так, ну що, цепляємо колокольчик. І ждем, друзі. Чим хороша ця снасть? Ну, будемо так казати. Наверное, для лінивих, рибаків. Ну, а по суті, виходить так, що ви закинули, почепили колокольчик. Во, все. Вашого дійства ніякого більше не треба. Тобто ви лягли, віддихаєте. Почули, дергає, все, витягуєте. Рибка заглотнула цей крючочок. Все, вона на крючку сидить, все, ви тільки витягуєте. І цепляємо колокольчик. Все, колокольчик наш висить. Значить, може бути таке, друзі, що колокольчик трохи гратиме. Ну, дергать. Ну, це не означає, що риба там висить. Тобто, це вона б'є ложку, кашу в ложці, і тим самим воно реагує колокольчик на це. Коли воно вже, друзі, візьме, та да, воно й візьме, воно і катушку вирве, і колокольчик улетить. Сидить, наверно, ну, проверим, бо положило. Вроде сидить. Не-не, пока подождем. Для уверенности. Не-не, сидить. О, все, сидить. А ну-ка. Ага, чуть сидеть.
Ой, краснопёрка. Красноперочка попалась. Даже красноперка проглотила. Ну, давайте ее освободим. Она еще маленькая. Хай подраста. Иди. Так ж. Что у нас тут? Три крючка. Отсмоктало. Угу. Ну, что, сейчас по-новому забьем. Надеюсь на то, что крупнячок подъедет. Должен подъедет. Будем ждать. Будем ждать и надеяться. Вот так. Все, забрасываем. Опля. Так. Ой, надо было, конечно, отмотать. Так получается, удар был и не сильно оно так и далеченько и полетело. Да, надо отматывать перед тем, как забрасывать. Отматывать. Так. Все, ждемся. Может, что-то покрупнее попадется. Ну, тут карась хороший есть. На этом озере хороший карась есть, и по полкило, потому что весною я приезжал, как сюда, ловил хороших карасей, они есть тут. И по 250, и по 350, хорошие караси есть. Короб тут тоже есть, но его дуже-дуже-дуже-дуже мало, дуже. Щука есть тут, краснопер тут есть. Сидить. Невеличкий, но сидить. Попався.
Да, орса невеличкий, та він не сильно і смикає. Трава тут теж є. О, маленький. Маленький. Такий. Чуть більше з полладошечки. Ну, що у нас тут виходить? Ага, три крючка. Два крючка вже повидюргувало. Один ще стоїть у нас усьо. От, на третій попався. Так, ну цього маленького будемо відпускати карасика. Ждемо крупного. Будемо брати покрупніше. Іди, рости. Так, щось бере, бере вже. Вона крючок уже в ротика попав. Или починає тільки попадати. Ну це ще рано смикати, друзі. Можна натягнути. Натягнути, тобто, що він вже проглотнув і все. На щось нас він потягне і заглотне вже крючок, воно так і так. Так, уже, наверное, крючок почти во рту. Барьохкается потихоньку. Ну, це ще рано. Должно потянуть. Заглотнуть и потянуть. Пока не дергаем ничего. Ну-ка, що там у нас? Вроді положило. Ой-ой-ой, яке ж там здорове висить. Ти диви. Диви, аж заглотнуло той крючок. Ну, це так можна і плотву непогано ловити, якщо навіть така красноперка попадається. Оп. На цю снасть, друзі, вся риба попадається. Так що, робота безвідказна. Так, ну де ж наш хороший карась? Красноперка, то хорошо. О, а нам надо еще хорошая рыба. Так, повыравниваю эти крючочки. Вот так. И позалепляю.
Так, можешь обиды, тучка. Ну, вроде пошла стороной. Да хорошо, чтоб стороной, потому что ни накидки не брал уже, ничего. Положил. А что там положил, проверим. Опять краснопер. Ё-моё. Як с пулемета. Як с пулемета краснопер каклює, а? Заглатує. Це ж надо так, а? Так. Один, второй. Угу. Так, а де ж карась? Що це красноперка превосходствує над карасем тут? Я оце думаю, друзі. Ночью было б вообще хорошо. Ночью краснопер не клює, плотва не клює. О, вот ця снасть, я думаю, на ночь вообще замечательно. Или же можно на каком-то ставку или другом водоеме, там, где краснопорки поменьше такой, и плотвички мелкой рыбы, где уже побольше крупной рыбы. О, то ця снасть, ё-моё. О, суна чёрне, ё-моё. Гримить. Наверное, не пронесе. Эх, придется, наверное, тікати. Не хотелось бы, конечно. Что ж тільки начали рыбачить. Да. Тут уже у нас берет, пытается уже заглотнуть. Ну давай, пытайся. Поправить надо. Трошки подтянем. Вот так. А, та він сидить там. Ось, все, леска лежить. А, ні. Чи да? Да, як же ж ти вмудряєшся? Заглата. Не, ну ротик подходит под цей крючок. Подходит. Ну, видно, ей там дуже багато. О. Вони як перелякані хватають. Гризуть ту кашу.
Ну, была бы покрупнейшая хотя бы ладошка, было бы неплохо. Но факт есть факт. Снасть работает. Даже такая рыба цепляется. Уже сидить. Сидить і все. Ложа вже. Ну, видно, опять краснопарка. Бо єлі-єлі. От, блин, краснопарка як підійшла. Ти диви. От розгризає ту ложку. Ой-ой-ой, і слева. Капець. Слева суне. Справа суне. І ще й грозовий. Та не, наверное, будем текать, потому что розовий дождь, ну его в баню. Сейчас такі молнии идут, что и велосипеда мого не останется. Одни лапти от мене только. Не, будем все, будем уезжать. Давайте, что там может что попадеться напоследочек. А вона уже щось попалося, уже опять лежит. Опять лих. Угу. О, опять лих. Та що? Сидить, сидить. А, ух ти, юхандрин. Так, хороше щось. Шмикануло. О, карось. Хі-хі. Так, все, свернувся я. Воно ближе і ближе гримить. Та й вітер таки задув уже конкретний. Так, я вже смотався. Зараз на педалі і домой, быстренько. Може, успію втекти від нього. Так сказать. В общем, так, что, друзья, под конец карася уже такую сладошку почти вытянул, и тут у меня, блин, батарейка села на камере. Ну, всегда, как понимаете, не вовремя. В общем, снасть, во, на ней берет даже краснопарка с півладошки. То есть, эффективно, на рыбу, нечего делать эта снасть. Так что, деды наши красавцы, молодцы. Без Б, красавцы. Ми на цій снасті ще обов'язково порибачимо, обов'язково. Не дало нам порибачити. От така погода. О. Ну, факт є факт. Ви бачили на глаза. Рибка заглатувала, брала. Так що судіть вам. Пишіть в коментарях. Може, я не перший таки на ложечку рибачу з вас. Може, хтось з вас теж рибачив на ложечку. А може, хтось хоче порибачити, теж зробити. Для цього я в описании под видео оставлю ссылочку на монтаж даної снасті. Нічого сложного немає, все просто, все легко, все доступно. Все, друзья, попер я.